Эй, чуть не забыл. Если ты кусок дерьма только посмеешь вякнуть чего-то ополчению, то я лично с тобой. Что вам от меня надо? Стой! Если ты, сукин сын, подумаешь о том, чтобы сдать нас ополчению, от тебя и следа не останется. Ты меня понял? Да. Эти черти даже мне выбора не дали сделать. Сомневаюсь, могут ли они сделать что-то серьезное? Чего это ты там выглядываешь? А? Да так, пустяк там. Честно? Может, расскажешь все же? Ты точно хочешь это узнать? Разве там что-то настолько серьезное? Ну, там женщина. Женщина? И что же там за женщина? Голая. Ясно. О, мне нужно бежать. Увидимся. Уф, пронесло. Ладно, пора работать. Здравствуй, Лобард. Имеется какая-нибудь работенка сегодня? А, здравствуй. Знаешь, у нас тут рук свободных нет. А ты тут вовремя. От Мальта что-то ни слуху, ни духу. Сходи-ка, проверь его. А что с ним случилось? Да, вот тот же вопрос. Ну, сейчас проведу его. Малет, что это за хрень здесь произошла? Бетси, ты должен... Ты должен... спасти ее. Прошу. Прошу. Взяли? Что взяли? Бетси, что еще за Бетси? Кто это мог сделать? Неужели это сделали те головореды? Кто эти черти такие, чтобы я им просто взял и помогал? Это еще кто?
Его следует отвлечь. А? Что это за хренотень там шуршит? Не трогай меня. Подходи и дерись, как мужик, а не убегай, как баба портовая. Ну вот и все, дружище. Хотел меня подурить? Сейчас палкой подарю, так вовек не забудешь. Хренов бандит. Ну, хоть гляну, чего у него там. Угу, так, понятно. Так, что а, это? А, помогите! Пэтти? Сюда, сюда, прошу, помогите! Я тебе помогу, держись. Попался! О, моя голова! Стоп! Где это я?